Пав, принес? Конечно, принес. А где собака? Это Акай, дуреха. Ну хрена и твоя техника. Я умру, все равно все ей достанется. Мне ваша помощь нужна с похоронами. Костик все сделает. Селедка наша выросла. Тело в райцентр отвезешь? Тройной тариф и погнали вперед. Блин, может его в ковер какой завернуть? Чуть серьезная такая. Походу, Москва все ваша, да? Сейчас кому-то по жопе прилетит. Он мне подмигнул, только что тебя остановить. А, тебя типа глюкануло, да? Твою мать. Что тебе надо от меня? С дочкой время провести. За жизнь побазарить. За жизнь при жизни надо было базарить, а сейчас все, конечная остановка. Жанна, блин! Я же сказал, ничего не трогай! Ты мне весь клип испортил! Стрижка, бритье, нанесение макияжа, бальзамирование. За все 12 тысяч рублей. Ты что, мать, охренел, что? Да это средняя цена по рынку, вы проверить можете. Проверь, проверь, на тебя разводят, точно тебе говорю. Тебя 30 километров херачит из тебя. Сама накосячила, оба тебе виноват. Мне бабки нужны. Есть пацаны знакомые, которые с бабом могут помочь. Нужно прямо сейчас подъехать. Этот человек украл моего отца. Мертвого, я надеюсь? Конечно. Фу, ну слава богу. То если б живого, то я не знаю. Ну и гандон-то действительно. О, этот трек мне нравится. Верхом на звезде, над лесом реку. Селедка, ё-моё. Просто понять пытаюсь, что ты его так не любишь. Ну, прибухивал, да, по бабам бегал, тоже нормально. Если день такой, что прям жопа, танцуй. Верхом на звезде. Так как сам Виталий Семенович поживает? Отлично. А в смысле он умер? Да ты что? Мои соболезнования. Ну, спасибо, тронут.